Благотворительному фонду «Инсан» исполняется 10 лет. За это время организация помогла нескольким сотням тысяч людей. В задачи фонда входит сбор средств на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей, помощь одиноким старикам, сиротам, вдовам, многодетным семьям и матерям-одиночкам, привлечение общественного внимания к проблемам малоимущих граждан. Детали в нашем сюжете. Его историю можно считать удивительной, а невероятный прогресс в лечении – настоящим чудом. Еще несколько лет назад Даниэл не мог элементарно сидеть, ходить и даже держать что-то в руках. В 2 года мальчику диагностировали ДЦП. Он не умел ничего делать. Мы сделали, лечились 4 года где-то в Москве. У нас не было никаких результатов. Прооперировали его там. И потом мы попали в Челябинск, в Сакуру. Тогда он не умел ничего делать, даже сидеть не умел. Залина обратилась за помощью в благотворительный фонд. «Инсан» предоставил семье коляску, собрал необходимую сумму для лечения и направил мальчика в профильную клинику. Что еще может измениться? Мы же только... Ну, конечно, жизнь изменилась. Все изменилось вокруг. Но обычно тут все изменилось. Мне не важно, сколько... Сколько я уже прожил, сколько будет, ну и мне не важно. Вот все, что вокруг меня, это сделал «Инсан». После нескольких посещений и реабилитации прогресс налицо. Даниэл постепенно начал ходить, уверенно сидит. Одна мечта сбылась, значит, пора загадывать новую. У меня 2 мечты. Давай. Ну, это научиться художеству и научиться стоять. Не, я все-таки хотел бы все-таки в больнице работать. В больнице хочешь работать? А кем? Любым. А почему мне помогают, я никем не буду помогать. За последние 10 лет в Дагестане удалось помочь большому количеству детей с различными диагнозами. Самые частые – это рак и ДЦП. В сборе участвуют жители со всего региона, в том числе и меценаты. Чтобы помогать было проще, фонд создал и мобильное приложение. Можно выбрать с любой проблемой того подопечного, которого мы там выставляем. Вот. Такая форма, она позволяет вот, любому пользователю приложения быть благотворительным. Фонд объявляет сбор не только для лечения детей. «Инсан» реализует проект «Мой опекун». Так ребятам помогают получить образование, а нуждающимся семьям, где нет отца, вдовам и детям-сиротам – с жильем. Это может быть как помощь на имеющемся участке построить дом. Либо же помочь мы можем приобрести квартиру. Допустим, семья обратилась, у них есть каркас еще, который они приобретали, когда муж был живой. И у них остались там незавершенные работы. И мы помогаем со строительными работами. Либо же у них остался долг за это жилье. Будь это каркас, будь это любой другой жилой дом, мы помогаем погасить этот долг. Одна из первых квартиру получила Зарема. Мать-одиночка вместе с маленькой дочерью и братом-инвалидом пока снимает жилье на окраине города. Но уже через пару месяцев переедет в свою квартиру. Это было так неожиданно, это притом такой жест, это вещи, которые даже родные люди не делают, такие вещи. А тут они с такими-то удовольствиями они это сделали, вот, как будто не они мне дарили, а я им как-то подарила квартиру. Это, столько было счастья на их лицах. То есть они это сделали от души. Вот. Чтобы прокормить семью, Зарема работает портнихой. Дохода еле хватает на самое необходимое. И на квартиру бы точно не накопила, говорит женщина. Это как вторая семья моя, можно сказать, которая... Вот я же говорю, это люди, которые безвозмездно могут помочь, поддержать, выслушать. Это просто... Это надо еще человека услышать, чтобы ему помочь, именно нужную помощь оказать человеку. Слаженная работа коллектива позволяет в короткие сроки установить, какой семье помощь нужна в первую очередь. Ведь не раз фонд сталкивался и с мошенниками. Чтобы средства получили те, кто в этом действительно нуждается, в «Инсане» работают инспекторы. Они проверяют условия жизни, наводят справки о семье и только после объявляют сбор. Просто бывает такое, что выезжаешь на объект, этот человек заранее подготавливает, другую может подготовить объект, да, более такой плачевный. Или же рядом дом стоит, а он какой-то вагончик нас зовет. Да, вот такое бывало. Сейчас меньше, но с таким тоже сталкивались мы.
тысячи спасенных жизней, сотни обеспеченных семей. За 10 лет работы «Инсан» смог охватить все города и районы Дагестана и подать руку тем, кто в этом нуждается. Фонд, который является самым крупным в регионе, планирует расширяться и дальше, запускать новые проекты и привлекать к проблемам и нуждам людей еще больше внимания. Умай Брагимо, Саид Кутиев, Рамазан Омаров. Время новостей.